Добрый день, уважаемые жители и гости Конаковского района. В последнее время в сети интернет появилось много недостоверной информации о проводимых на территории Вахонинского сельского поселения в районе Дуниной горы массовых мероприятий. Во избежание дальнейшего распространения и пресечения ложной, дискредитирующей органы власти информации, я, помощник главы Конаковского района, от лица администрации Конаковского района довожу до вас официальную информацию. В период с 29 по 31 июля на территории Вахонинского сельского поселения планируется к проведению туристический слет сотрудников компании «Восток-сервис», посвященный 30-летию со дня образования компании в районе Дуниной горы. Обращаю ваше внимание, что данное мероприятие имеет закрытый характер, организовывается только для сотрудников компании и не предполагает продажу билетов и также выступления рок-исполнителей. В настоящее время компания «Восток-сервис» в соответствии с действующим законодательством обратилась к главе администрации Вахонинского сельского поселения для согласования проведения данного мероприятия. Администрация Вахонинского сельского поселения в соответствии с законом Тверской области 87 о порядке организации проведения массовых мероприятий на территории Тверской области должна согласовать или дать обоснованное письменное предложение об изменении условий места и времени проведения мероприятия. Также довожу до вашего сведения, что из сети интернет нам стало известно, что в эти же даты на этом же месте планируется проведение рок-фестиваля «Рок Корона Фест». 7 июля администрация Вахонинского сельского поселения перенаправлена обращение организатора данного фестиваля в наш адрес для согласования места проведения. Администрации района дан отказ в согласовании земельного участка для проведения данного фестиваля. В это же время будет проведен рок-фестиваль «Наш Рок-Фест» на территории парка-отеля «Долина Иволга». Мероприятие носит частный характер, проводится на территории частной и согласование от органов власти не требуется. Уважаемые жители Конаковского района, прошу вас обращать внимание на достоверность информации. У органов власти достаточно ресурсов, откуда вы можете эту информацию получать. В газете «Заря», общественно-политической газеты Конаковского района, имеется рубрика «Вопрос-ответ» главе Конаковского района. Официальные лица вам дадут исчерпывающие ответы на любые ваши вопросы. Спасибо за внимание.